Вот. Приехали мы в один монастырь, здесь недалеко, прямо здесь между деревнями. И он сейчас закрытый, потому что вот здесь расписание, я вам сниму, кто захочет прийти. Он работает вот по таким часам, с 8 до 12.30, и с 4.15 до 5, кажется, он работает. Сюда нельзя заходить женщинам в брюках, в джинсах, только в женской одежде, и мужчинам нельзя заходить в коротких штанах, одетых как женщина. Закрыть все телефоны, пожалуйста, все закройте телефоны и соблюдайте тишину. Если хочешь зайти, вот тут звонишь им, колокольчик, и заходишь, потому что здесь живут монахи, это не для всех. Вон закрыт мой, сегодня воскресенье, все это закрыто. И мы не попали туда. Ну что ж теперь делать? Это монастырь. У монастыря есть свои законы. И мы не можем ничего сделать. А так бы я вам сняла. Чуть-чуть вот такой вот монастырчик. Вот так вот люди там живут своей жизнью. Вот там вот эта дорожечка идет туда, вокруг монастыря. Вот здесь вот мы припарковались. И... поедем сейчас домой. Все. Моя многосерийная 5 серий кино закончится, конечно. И кому понравилось, напишите мне, чтобы я знала, что вам не нравится, что вам нравится. Вот, вот таких вот магарах. Здесь опять же льет водичка такая вот, течет. И вот здесь вот такие вот. Вот так вот это все здесь сделано. И там вон гора вот такая вот высокая туда. Что теперь делать? Вот туда, вот там, видите, все это вот это вот монастырские там стены. И вот там вот этот монастырь. Ну все. Всем-всем. Я говорю, до свидания. У кого вечер, у кого ночь, у кого утро. Всем-всем-всем-всем. Пока.